Нам нужно нечто импозантное на эту стену. Обратимся к известному художнику. Великий мастер и мой друг. Неужели не нашлось другого, более вменяемого, цивилизованного? Нет, Ренсо лучший. Великолепно. Ты превзошел сам себя. Знаешь, как на этих фермах обращаются с животными? Это же концлагерь. Предупреждаю, я с тебя не слезу. Убийцы. Все не так плохо. Это скандал. Я знала, что этим кончится. Я не стану платить по счету. Зажравшиеся свиньи! Ты уже довел меня до белого коленя. Нервов не хватает. Как бы это сказать? Ренцо не писал ничего значительного уже много лет. Ренцо Нерви? Да. Я Буфье, судебный пристав. Помоги мне закончить эту комедию. Ты с ума сошел. Тогда я сам найду способ. Проще, проще. Может, сам тогда за меня запишешь? Ну, все, хватит уже! Художник не может не творить. Это как проклятие. Когда мы с тобой начинали, все было просто. Кто ты такой, чтобы критиковать самого Ренцо Нерви? Нам было весело. Не вставайте, мы на минутку. Ренцо! За свободу искусства! Хотел бы я вернуть нашу свободу. Аферисты. Фильм Реми Безансона. Правее. Все, больше не трогайте. Если картина висит криво, это провал.